Этот фильм я бы назвал «Пионер» в жанре православный боевик. Здесь есть и духовность, и есть то, что любят мальчишки, перестрелки. И Иван Охлобыстин, человек, который делает русское кино, я не могу его в этом не поддерживать. А режиссер Егор Баранов, он настоящий художник, тем более он снимает бессмертный проект ХБ. И было интересно посмотреть, чем он занимается в перерывах между съемками ХБ. Он занимается достойным делом. Я рад, что имею честь сниматься у него.